В эфире информационная программа «События». Здравствуйте, в студии Айгуль Зиганшина. В Самаре возобновляются масштабные работы по восстановлению городских дорог. Сезон по ремонту дорог картами стартовал в мае. В этом году в столице региона приведут в порядок 13 городских улиц, а также внутриквартальные проезды и два моста. Сейчас активно ведутся работы на Южном шоссе. Они должны завершиться к концу месяца. Работают преимущественно ночью, чтобы не создавать пробок. Когда есть чем крыть, главный козырь в ремонте дорог картами – новый асфальтоукладчик. Он в полтора раза быстрее своих предшественников справляется с поставленной задачей, и работать на нем одно удовольствие, рассказывает машинист. Стоит только внести в электронную систему несколько параметров, и на нужном участке появляется дорожное полотно. В него подается асфальт, вот эта смесь, вот, он ее распределяет, трамбует, то есть дает уплотнение предварительное. А потом уже катками все это дело закатывается. Здесь толщину все выставил, вот, то есть поставил угол там, ну и все, и электроника сама все, как говорится, делает за себя. В Самаре полным ходом идет ремонт дорог малыми картами до 100 погонных метров. График работ ежедневно корректируется в зависимости от ситуации на дорогах, но поэтапно процесс охватит все районы города. Чтобы не создавать транспортных заторов, бригада рабочих выходит на улицы в ночное время. Этот участок очень сложный был всегда, тут загруженность очень большая. И мне кажется, вот ночью самое время выбрали, потому что днем было бы и так, московский так перегружен, а днем было бы вообще коллапс. Так что ночное время. Молодцы, что стали ночью делать. Всего за этот сезон в Самаре отремонтируют почти 90 тысяч квадратных метров дорог. В первую очередь немедленному ремонту картами подлежат, конечно, участки, соединяющие основные городские магистрали, а также аварийно опасные дороги. Уже на сегодняшний день сделана улица Красноармейская, Осипенко. Планируем делать Чернореченскую, Физкультурную, Товарную, Ракитовское шоссе, проспект Кирова. Также по поручению главы администрации Олега Фурсова в перечень включены дополнительные улицы. Майская, Гастелло, Фрунзе, Пугачевский тракт и Новокуйбышевское шоссе. Будет приведен в порядок тротуар от моста через реку Татьянка до поста госавтоинспекции. В этом же году начнется реконструкция заводского шоссе. Марьяна Мирная, Максим Гусев. События. 7 незаконных автостоянок ликвидировано в Самаре с начала года. По мнению главы администрации города Олега Фурсова, темпы необходимо наращивать. На территории областной столицы около 400 автостоянок, почти половина из них несанкционированные. Олег Фурсов поручил провести легализацию незаконных стоянок в течение месяца. Это не только позволит сделать их более удобными для горожан, но и даст городскому бюджету дополнительный доход за счет налогов, которые должны будут платить владельцы автостоянок. Эти деньги городу необходимы на строительство детских садов, покупку нового транспорта, спецтехники. Для нас этот вопрос жизненно важный – навести здесь порядок. Если люди хотят продолжать осуществлять свою деятельность, да, они должны легализоваться, платить налоги. Жители Дома ветеранов 70-ю годовщину Победы смогли отметить в обновленных квартирах. К 9 мая по поручению главы администрации Самары Олега Фурсова ветеранам Великой Отечественной сделали подарок – полный ремонт в квартирах за счет городского бюджета. Окна поменяли, побелили, обои наклеили, линолеум постелили. Дочь, какой еще ремонт нужен? Старикам, да, молимся Богу в каждом углу. Это просто какое-то чудо, не перестает удивляться Надежда Андреевна Якушева, едва сдерживая слезы радости. Квартиру после ремонта не узнать, настолько она похорошела. Хотя поначалу предложение сделать здесь ремонт ветеран войны восприняла без воодушевления. Волновала, столько эту махров, куда я девать буду? Лариса пришла, давай, бабуля, сложим с тобой все. Я перетаскаю сама. А ребята, слесарь у нас Юра, он такой способный. Все это, и диваны, все вытащили из квартиры, ничего не было. На время ремонта около недели Надежду Андреевну переселили в свободную комнату на первом этаже. Одновременно работы велись еще в 15 квартирах ветеранов Великой Отечественной. Под чутким контролем и самих ветеранов в том числе. Колор, так называемый, даже комнату выбирали сами ветераны. Кому-то не нравился голубой цвет, кому-то наоборот зеленый. Все по их усмотрению. В принципе, вроде все остались довольны. Комиссия два раза выезжала, всем все понравилось. Рабочие управились за 2 недели. И 70-ю годовщину Великой Победы жители Дома ветеранов встречали в уже обновленных квартирах. Марина Матвеевна, Павел Пресняков. События.
Продолжают свой путь участники автопробега, посвященного 70-летию победы в Великой Отечественной войне. Уже добрались до Смоленска. В одной связке команда «Навигатор-63», колонна новых автомобилей «АвтоВАЗа». Исторические автомобили клуба, они сражались за Родину, прошли 400 километров практически без поломок. Приносим извинения за опоздание, но машины идут медленно, им всего 70-75 лет, они немножко старенькие у нас. Но мы дошли, мы дойдем дальше. То, что мы сегодня своим ходом сюда пригнали, будет жить дальше, и мы уйдем. А вот эти мальчишки и девчонки, которые сейчас смотрят, возможно, на это впервые, будут это видеть и помнить, потому что память о 9 мая должна в этой стране не умереть. Смоленская земля полита кровью героев, защищавших город во время войны. Из 300 тысяч населения сегодня в живых осталось меньше тысячи ветеранов. Боевой летчик Иван Емельянов встречал участников автопробега как родных. Вспомнили, конечно, мы войну. Вот, а ничего, что мы вашу форму надели, Иван Павлович? Вам это не обидно? Нет. Ну как же так? Вы делаете нужное дело, вот, воспитываете патриотизм, особенно у молодежи, любовь к родине. Больше всего живой истории обрадовались смоленские школьники. Они задали участникам самарской делегации столько вопросов, что те не успевали на них отвечать. Специально к приезду гостей дети нарисовали рисунки о войне. Настолько трогательно было получить вот этот замечательный рисунок. Хочу еще раз показать этот рисунок нашим зрителям. И хочу показать автора этого рисунка. Олечка, иди сюда, пожалуйста. Вот она, такая замечательная девочка. Оль, скажи, пожалуйста, а что ты здесь изобразила? Как ты выбрала? Я изобразила бой под Москвой. Здесь нападают русские солдаты. Они кричат «Ура!», чтобы все слышали то, что мы победим. Самарская земля обеспечила победу технически, ведь именно в запасную столицу переехало большинство советских заводов. Об этом говорил глава администрации Смоленска, наш земляк, уроженец Сызрани. Но приятно земляков-то видеть? Да приятно не то слово, да, даже хочется обнять и расцеловать всех. Так случилось, что война связала нескольких участников клуба «Они сражались за Родину» со Смоленской землей. За месяц до начала войны здесь родилась мать Андрея Васильева. И бабушка с ребенком вместе эвакуировалась уже в 20-х, наверное, в середине уже июля на эшелонах из Смоленска. Ну, конечно, подробностей этих я особо не знаю, но знаю, что они попали под бомбежку. Бабушка чудом спасла мою будущую маму. В 1942 году на фронте погиб дед Андрея Журавлева. Семья долго разыскивала место захоронения, и только перед самым пробегом пришел ответ из Центрального архива. Могила деда на Смоленской земле. Вот мне кажется, он нас сейчас слышит. И мне тоже. Ты можешь что-то ему сказать. Вслух не буду. Инесса Панченко, Артем Сулейманов. События. Другим темам. 13 сентября в единый день голосования состоятся выборы в районные советы депутатов. В 9 районах Самары будет избрано 284 депутата. Впервые в практике областного избиркома были утверждены схемы одномандатных избирательных округов по всем 9 внутригородским районам. Образовано 142 одномандатных избирательных округа. Самый большой из них в промышленном районе – более 11 тысяч избирателей. И самый маленький в Самарском – более 1500 избирателей. Для участников избирательной кампании утверждение границ округов почти за месяц до официального старта имеет большое значение, особенно для партии будущих кандидатов. Уже сейчас они могут начать планировать избирательную кампанию и работу с избирателями в своих округах. Естественно, были учтены все требования закона относительно количества избирательных округов. То есть это примерное равенство территории, общность территории городских избирательных округов по каждому внутригородскому муниципальному образованию. За порядком на улицах в каждом микрорайоне теперь будут следить ИТОСы. Они вслед за студентами, охранниками, таксистами присоединяются к работе добровольных народных дружин. Обещают призывать горожан не только жаловаться, но и самим решать проблемы. Стань народным дружинником и получи дополнительные дни к отпуску. В Самаре продолжается создание так называемого ДНД. Контролировать улицы с четверга по воскресенье с 4 дня до 11 ночи выходит больше 200 патрулей. К
добровольной народной дружине уже присоединились и сотрудники частных охранных предприятий, и работники заводов, и таксисты, и другие жители Самары, радеющие за безопасность на улицах города. Наша полиция и наши участковые, они знают все эти места криминальные. И сегодня, вот обходя свой район, объезжая его, я вижу, намного лучше улучшилась обстановка. Вот тех уже криминальных элементов нет. Ни около рюмочных, где они распивали или закрыли их. Я так думаю, что все-таки прикрыли эти рюмочные, все эти места. Намного спокойнее стало. Представители ТОСов, как никто другой, знают и свои дома, и территорию, и проблемные зоны. На встречу с сотрудниками горадминистрации и полиции пришли, чтобы подтвердить свое согласие на взаимодействие. Готовы призывать жителей подшефных домов не только жаловаться, но самим решать вопросы. Администрация, в свою очередь, обещает всяческую помощь активистам. Под лежачие камни вода не течет. И мы пытаемся сегодня всячески на всех уровнях дать понять жителям, что их жизнь зависит прежде всего от них самих, от их желания участвовать в этой жизни, участвовать в системе ЖКХ, в управлении своим домом, жилищем, подъездом, я не знаю, двором, да? На это все направлено, на активизацию самих жителей, на то, чтобы они становились сознательными, грамотными горожанами. Сегодня в Самаре работают 76 территориальных органов самоуправления. Это тысячи домов и дворов, в которых можно навести порядок, если объединить силы полиции и самих граждан. Марьяна Мирная, Алексей Золотенков. События. В ходе совместного рейда с активистами народного контроля самарские полицейские изъяли более 40 литров алкогольной продукции, проверили киоск на улице Печорская, где горячительным торговали без лицензии. Также у продавца не было документов, подтверждающих качество товара. Информация об объекте в полицию поступила от местных жителей. По данному факту в отношении виновного лица возбуждены дела об административных правонарушениях, находящиеся в незаконном обороте алкогольной продукции, на общую сумму 7,5 тысяч рублей, изъятые из незаконного оборота. Самарские студенты колледжа и техникумов стали лучшими в Приволжском федеральном округе и заработали путевки на всероссийский чемпионат профмастерства, который пройдет в Казани. Начинающие специалисты доказали, профессиональное образование в Самаре на самом высоком уровне, хотя борьба была нешуточная. В полуфинале национального чемпионата профмастерства WorldSkills Russia более сотни участников несколько дней выполняли непростые задания. Причем жюри учитывало и качество, и скорость работы. Мелюзя Зайдулина о профессии модельер одежды мечтала с детства. Сегодня она создает интересные, модные и практичные вещи от идеи до воплощения. А в перспективе планирует возрождать и развивать легкую промышленность России. Стремление к успеху и трудолюбие Мелюзя доказала, став победительницей чемпионата профмастерства WorldSkills Russia. Сначала на региональном этапе, затем и на окружном. Я считаю, что многие люди как бы меня заметили, думаю. Как бы показала то, чему нас учат в техникуме, я в первую очередь. Вот, показала себя. С другой стороны, я посмотрела на то, как работают другие люди. Для дальнейшего я считаю это большим плюсом. Чемпионат WorldSkills имеет мировые масштабы. Цель движения – повысить престиж рабочих профессий. В России первый региональный чемпионат прошел именно в Самарской области 3 года назад. Идею поддержал губернатор Николай Меркушкин. В этом году за звание лучшего в 12 профессиях в Самаре боролись более 70 молодых специалистов. А четверо сумели доказать свой профессионализм на уровне Приволжского федерального округа. Теперь эти ребята отправятся в Казань на всероссийский этап WorldSkills Russia. Самарская команда – это модельер, повар, кондитер и электромонтер. На конкурсе Равилю Атласову пришлось выполнять реальные производственные задачи. В компетенции электромонтаж мы собирали монтаж осветительной сети, приближенной к жизни, скажем так, и силовую цепь опуска двигателей с реверсом. Популярность рабочих профессий не быстро, но все же растет, что важно для Самарского региона, промышленность которого за последние годы стала активно развиваться, отметил на встрече с победителями окружного этапа WorldSkills Russia глава администрации Самары Олег Фурсов. У нас очень большие сейчас заказы с НТК Кузнецов, ЦСКБ «Прогресс». У нас есть ряд перспективных разработок. И, конечно, потребность в специалистах высокого класса, она колоссальна. И проведение вот таких конкурсов, как WorldSkills Russia, оно позволяет создать интерес к рабочим специальностям. Соревнования рассматриваются как олимпиада. Да, есть возможность получить новое оборудование, поработать на нем. Все силы самарские студенты бросили на подготовку к соревнованиям в Казани. В случае успеха нашим ребятам предстоит выступить на европейском и мировом этапах конкурса. Марина Кравцова, Дмитрий Мешканцов. События. Ровно 50 дней остается до начала ежегодного Грушинского фестиваля. В этом году организаторы обещают для гостей и участников немало сюрпризов.
Основной темой Грушинского в этом году станет 70-летие Победы в Великой Отечественной войне. Любители авторской песни со всей страны встретятся под Самарой в начале июля, чтобы пообщаться и исполнить любимые композиции. В этом году на фестивале будет организовано 5 площадок. Прибудут как знаменитые барды, так и неизвестные исполнители. Особое внимание в этом году уделят теме победы в Великой Отечественной войне. На фестивале пройдет акция «Бессмертный полк», прозвучат песни военных лет, будет работать специализированная площадка. Называться она будет «Победа», вся эта, вот, весь этот проект. В нем будет выставка вооружений. Там будут учебно-тренировочные площадки для того, чтобы люди могли под руководством инструкторов, например, там, собрать, разобрать автоматы или там, сделать какие-то еще упражнения, характерные для военно-патриотических видов. Ожидается, что в этом году фестиваль посетят порядка 100 тысяч человек. Помимо спектаклей, выставок и концертов предусмотрены спортивные события. Соревнования по футболу, баскетболу, волейболу и экстремальным видам спорта. Кроме того, прямо на фестивале будет организована съемочная площадка. На Грушинском фестивале будет сниматься впервые в истории Грушинского художественный полнометражный фильм. Студия «Самарфильм» будет его делать, где события этого фильма будут происходить на фоне Грушинского фестиваля. Все больше людей приезжают на поляну на автомобилях. Организаторы просят участников по возможности добираться до площадки Грушинского на электричках. В противном случае им придется заплатить за парковку 1000 рублей. Лариса Шалафаст, Сергей Баскин. События. И к новостям спорта. В Самаре стартовал финал городского турнира «Кожаный мяч». В нем принимает участие 27 команд, которые стали победителями районных этапов турнира. Борьба за звание лучшего развернулась серьезная. За матчами наблюдала наша съемочная группа. До начала турнира считанные минуты. Юные футболисты разминаются перед ответственным матчем. В прошлом году команда «Пилигрим» заняла первое место на городских соревнованиях. Отдавать победу соперникам не хотят и в этот раз. Мы должны стараться, чтобы обыграть всех. Конечно, для этого нужно будет приложить большие усилия. Мы должны будем очень стараться, играть сложно и не волноваться. Мы положимся на все 100. Хотя бы мы хотели занять первое место, и думаю, у нас это получится. В финале городского турнира «Кожаный мяч» встретились 27 команд в трех возрастных группах. Они уже прошли отборочные туры в районах. Теперь предстоит доказать свое лидерство на городском уровне. Роль футбола в жизни каждого мальчишки и девчонки, да, я как сам как футболист считаю, что очень важна. И поэтому, ну, конечно, не все будут звездами футбола, но популяризация и в преддверии чемпионата мира 2018, который состоится в городе Самара в том числе, да, это очень значимое мероприятие, поэтому пожелаем удачи нашим спортсменам юным. Лучшие команды по итогам финальных игр отправятся представлять Самару на областном этапе турнира «Кожаный мяч». Лариса Шалафаст, Константин Головин. События. И у меня на этом пока все. Обратите внимание, телеканал «Самара ГИС» теперь на новой частоте. Настройтесь на 263,25 МГц в кабельной сети «Дом.ру ТВ» или 17-й кабельный канал. Смотрите нас онлайн на сайте samara.tv и через специальное бесплатное приложение для телефонов и планшетов на базе Android и iOS. Полный архив передач на samaragis.ru. Следуйте за нами в Twitter, читайте нас в социальных сетях ВКонтакте и Facebook. Всего доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале «Самара ГИС». Минтруд России рассматривает возможность введения личного взноса на накопительную пенсию из заработной платы граждан. Обсуждение идей начнется в следующем году. Предполагалось сделать этот взнос на уровне 1-2% от заработной платы россиянина. В перспективе пенсионная система должна быть трехуровневой. Третий уровень предполагает наличие частной пенсии, формируемой физическим лицом. Будет ли взнос добровольным или обязательным, пока не ясно. И этот вопрос еще будет обсуждаться. Чувствую, будет как с платежами на ремонт дома. Все они есть, но никто не платит, ибо веруют, что снова украдут. Объем рынка легковых автомобилей с пробегом в апреле 2015 года составил 412 тысяч штук. Это на 29,8% меньше, чем в апреле 2014 года. Такие данные сообщает агентство «Автостат». По итогам 4 месяцев текущего года ситуация выглядит немного лучше. Объем рынка составил 1,5 миллиона штук. В лидерах традиционно автомобили «Лада». Среди брендов иномарок традиционно лидирует «Тойота». За апрель текущего года продано 43 тысячи штук.
На второй строчке рейтинга Nissan, на третьей Chevrolet, на четвертом месте Ford. В общий топ-10 вошли также Hyundai, Volkswagen, Mitsubishi, Renault и Kia. Все марки из топ-40 показали в апреле отрицательную динамику, причем у 19 из них падение оказалось сильнее среднерыночного показателя. Министерство туризма Болгарии увеличит число сотрудников в консульствах в Москве и Санкт-Петербурге, чтобы справиться с ожидаемым ростом бронирования last minute, сообщает Интерфакс. Новые сотрудники будут наняты в том числе и из местных жителей. Также дополнительные специалисты появятся в консульских отделах в Киеве, Одессе, Кишиневе, Минске, Тегеране, Бейруте, Астане, Тбилиси, Стамбуле и Бурсе. Усиление штата позволит обеспечить быстрое и бесперебойное обслуживание групп и индивидуальных туристов. Курс доллара на 14 мая – 49 рублей 53 копейки. Курс евро – 55 рублей 71 копейка. Золото стоит 1938 рублей за грамм. Серебро стоит 26 рублей 94 копейки за грамм. Цена нефти марки Brent – 67 долларов 61 цент за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин, и значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Главный тренер «Крыльев Советов» – лучший футбольной национальной лиги. Тольяттинец выиграл марафон России. Самарские гольфисты – первые в стране. На чемпионате страны по мини-гольфу самарские снайперы завоевали 6 медалей из 12 возможных. 2 бронзы, 2 серебра и 2 золота. У Елены Сукониковой третье место в категории юниоры. С таким же результатом на чемпионате отметилась Анастасия Долгих среди девушек. Серебро в этой же возрастной группе у Филиппа Малинина и Валерии Фризен. Чемпион России Тимур Рамазанов. В Казани прошел чемпионат России по марафону. К финишу самарские атлеты прибежали одни из первых. Гульнара Выговская завоевала бронзовую медаль, а золотую медаль Юрий Чичун. Конкуренцию им составили около 3000 спортсменов. 42 километра Чичун преодолел за 2 часа 14 минут и 10 секунд. Москвич Сафронов второй, его отставание от лидера составило всего лишь 6 секунд. Прошлогодняя чемпионка марафона Выговская, занявшая третье место, уступила нынешнему лидеру Сардане Трофимовой из Якутии 3 минуты. Лучшим тренером апреля по версии футбольной национальной лиги стал главный тренер «Крыльев Совета» Франк Веркатерен. В 4 матчах месяца самарская команда набрала 10 очков из 12 возможных и поднялась с 4 места на 2-е. А это прямое попадание в премьер-лигу. 2-е место в рейтинге занимает наставник Тюмени Константин Галкин, 3-е у Александра Ушахина «Луч энергия». Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой.